По благословению святейшего патриарха Кирилла на студенческих площадках Брянска прошла международная просветительская программа Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. В образовательном проекте «Духовная связь» приняли участие большинство ведущих вузов области. В рамках программы эксперт Синодального отдела по делам молодежи Павел Ефремов встретился со студентами Брянского государственного инженерно-технологического университета, Брянского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В открытом диалоге спикер поделился знаниями и опытом на актуальные темы современного молодежного контента, привлечение ресурсов для реализации молодежных проектов, организация и проведение массовых мероприятий. Грант – это средство, субсидия, которое выплачивается организациям или предприятиям на безвозмездной конкурсной основе. Грант всегда, соответственно, безвозмездный. То есть это не инвестиция, это не деньги в долг. Да? Деньги в долг вам дали, вы должны когда-то отдать. Инвестицию вам деньги в вас вложили, вы должны в итоге принести какую-то прибыль. Здесь вы должны только сделать, реализовать проект. То есть ваша эффективность – это эффективность социальная, но не экономическая. Любая заявка должна быть измеримой. Цифры, цифры, цифры. Везде должны быть цифры. Вы должны доказывать то, что ваша проблема, которую вы пытаетесь решить, она действительно важна. Доказывать будете цифрами. Особое внимание Павел Ефремов уделил вопросу взаимодействия церкви и государства в рамках молодежного служения. В завершение встречи участники смогли получить индивидуальную консультацию гостя, поделиться личным опытом и идеями проектной работы.